Что же, здравствуйте, дорогие товарищи. Играем в Рипаут со случайным товарищем. Непонятно, как оно будет, но хуже, чем на харде, все равно уже вряд ли получится. На компонент. Все, смотрели? Не пускают? Вы, наверное. Clear interpretation. А вот он. Кстати. Так, ганспид. Да, отлично, ребят. Мне нравится. Здесь что-то? А, наверное, да, кстати говоря. Всем дает. Что-то стамина. Такая себе. Не то, а вон там. Нашел. Ага, супер. Давай грейте. И пошли. Не это. Так, а мне еще где-то. Супер, замечательно. Так, тут ничего. О, тут еще. Бежали, побежали, побежали, ничего интересного. Ага. Лоса тоже ничего интересного. Мы тут без
Из ничего, вот там двери какие-то вверху. Что-то было? Говори, не помню. А ничего интересного. Да, значит, пошли. Домой. Просто не домой, а вот сюда. Вот. У кого-то? Кого стрелять? Привет, красавчик. Падает, блин, а? А, что, кто, где? Настя, такая тварь, блин. Пере. А? Отлично. Окей. Да. Эй. Херасия, вот что вот это за... какое-то безобразие, то есть они берут так и вот просто прыгают. Они просто оставались на месте. Вот с вами. Идем дальше. О! Хорошо, красавчики. И тут есть. Интересно. О! Волос перепрыгнуть. Давайте включим. Ой! Вот я тебе что-то как-то пропустил. Там где-то внизу был апгрейд. Что с тобой можно сделать? Понятно. А! Кто? Кто меня там сделал? Со мной такой нехороший. Помогите. А, вот. Подымай. А, спасибо. Тут бы еще.
Ну, куда вообще? Есть, наверное, все-таки. А, вон там, да, дверка. Побегли, побегли, побегли. Что дальше? Раз уж такое пошло. Веселье. Валить. Есть. Вот тут нету. Непонятно. Побежали, побежали. Ауч, блин. Так, там еще один присоединился. Он такой вообще шоколад.
Знаешь, дверь такая. Да блин, я ж по тебя стрелял. Такой вот, блин, Doom 3, Doom 3. Вообще нахрен не нужно уже, ну что, возвращаемся обратно. Ну, я думаю, тут уже все. Да, уже все. Опа. Полетели домой. Ну или что там у вас? Все комплиты. Супер. Так. Можно сделать небольшую паузу. Что, продолжаем? Следующая миссия. Да? Еще одна утиная охота. Кораблик, красное сокровище. Да. Короче, что-то там можно использовать. Да. Птичка. Птичка. Так, что там на? Может, надо было все-таки uncommon? Нет, ладно, не принципиально. Лечись, чувак. Поехали. На броню, конечно, мощно. Красавчик. Так оно работает. Ой, ну это я сильно за борзо убежал.
А. И сколько надо еще? Все не надо, надо только. Не указано сколько. Больно было. Ой. Спасибо. Вот это. Раунс уже тут. Да нет. Ну что, давайте возвращаться. Да. Да так. Ну что, пауза в миссии. Смотрите, что дали, да? Пистолетик.
Вау, катана. Котяна. Это веселее, нежели то, что мы видели. Окей, пауза. Ну что же, продолжаем. Следующая миссия. Я тут себе еще построил пистолетик новенький. Посмотрим, как он будет работать. Принцесса 74. Падение 2. Короче, надо быстренько справиться с проблемами, а то будут проблемы. Эй. Так вот. Не хухры-мухры. Стой ты. Какого-то мутированного мудака. Надо, не надо. Не надо, пошли дальше. Нет. Забывая, что нужно еще этим дополнительно пользоваться. Вроде больше ничего нет. Бежим.
забрали. Еще разбирайте. Ой, бляха, мух, кто в меня стрелял? Это надо было идти. Ты. Ночной бар. Свалился, чувак. Сюда иди. Пригодишься. О. Охренели. Опять вот этот. Чем и говорилось, просто на раз скидывает кучу монстров. Риски токен, конечно. Блин, ты задрал. Стоит тут. Спасибо.
Давай, что там дальше? Давай, что интересно. Ага. Вот, шаттл, да, и это просто вот необходимо. Ой. Что, момент закончен. Что там у нас есть теперь? Пистолет. Пауза. Подожди, что-то нашли. Наверное, кто-нибудь после. Мы пока купим. Everyone aboard the ship so far has been wiped out or merged into a cell mutant. Data records and transmissions provide evidence of some survivors closer to the sanctuary. Вот так вот. Time to board the Phoenix and find Linda Hall. She should have the location of the sanctuary. Да. Катану, что ли, возьмем? Странно, катану будет нас чем пинать. Гармент не построим, это не построим, но это типа стандартные штуки. Угу. Хотя вот смотри, бэкпэк выглядит как нечто интересное. Интересное. Так. Это так. Интересно, кстати. Что-то у меня сколько еще осталось? 80. Можно туда. О, вот это хорошее, да. Согласен. И тэч-скан. Тэч-скан тоже замечательный. Турелька так себе. Или, по крайней мере, я еще не понимаю. Let's see what this one does. Угу. Ну, собственно, да, вот это все. Хорошо? Хорошо. Бэкпэк. Обычный. Обычно ничего интересного, да? Заэкипируем что-то.
Ну что, мы готовы к следующей. Почти готовы. Продолжаем разговор. Корабль. Интересная структура. Любопытная структура. Миссия Fall 3 и Феникс. Зайдите на Фениксе, найдите Линду Холл. Супер. Так, что там у нас? А? Ой! Что такое? Интересно. Ай, блин. Зараза, вольно кикнул. Идем, идем, идем. Васьки. Что у нас? Понятно. Очень интересно. Common. Да, конечно, вот это. Самое лучшее. Блин, а? Да, все-таки неблагодарная здесь.
Поехали. Здесь какой-то получение. Вот ничего интересного. Чигон. Все-таки сняли, да? Ну, спасибо. Зайди, блин. О, тоже там, кто там первый? Такой.
Щит. Шайза, не случилось, не случилось. Вот, блин, фигня какая. Ладушки. Неудачный спавн. Ну что? Бегаю одну миссию. Один, совсем один. Шотган, значит. Так, почистим вентиляцию. Скорее надо увеличить в втором этаже все-таки, да? Это большая миссия, да, на 7 человек. В смысле на 7. Здесь помню. Ну и серее, что-то 100 лет странно. Расположен, да? Да ладно. Все равно непонятно. Надо было анимацию, чтобы она скармливала. А, это я зашел с той стороны, понятно. Поднялся. Ну, пока ничего особенного нет.
Да, чувак присоединился. Подбираем чуток вместе. Или не поиграем. Не надо обманывать людей. Умер так умер, все. Батяра стоит. Я же выбрал все, что надо. Пойдем дальше. А ты какой-то вылез. Красивый такой. Красивый, симпатичный. Тут выпал отлично. Я в этом уверен. Это Тунгирунги болает. Вот так вот оставляется на ровном месте. Что есть? Угу. О, добавили. Жетон.
Бывает. Ящик, робот. Короче, херня. Оделся. Немножко добавим красок в этот. Первую жизнь. Мне он не нужен. Что сейчас наверх? Что-то я за... Зачем-то я спустился, а зачем мне? Уже не понимаю. Пойдем. Есть ощущение, что скоро выход.
Хорошо, тут монитор летает, да? А, ты где? Хомуха, ты где? Ощущение, что я уже был в этой комнате. Скорее всего, не был, но тем не менее. Ощущение-то есть. Что копипаста? Пойдем отсюда. Вот и пойдем. Еще перед глазами не мелькало, то было бы вообще прекрасно. Ой. О, бля. О. Что, издеваетесь что-то? Mm-hmm.
Вот Ганжут. Это даже интересно. Понятно. Невидимые стены. This will do for now. Я пойду, пойду. Там какой-то ящик, там какая-то хрень. Ну точно. И это закрыто. Да вы душевные люди. Интересная механичка. Пустил. Могло бы и не отпустить. Так. Нахрен с вами, пускай будет вот этот ящик. А там другой ящик. Сейчас тогда просканируй. Еще ящик. Ну, я хочу сказать, ну вас нахер.
Эй. Меня глухо. Ну, как-то так, дорогие товарищи. Ну что, я думаю, на сегодня хватит. Мы еще продолжим эту миссию с кем-нибудь или... То есть не эту миссию, в целом наше путешествие по Рипауту с кем-нибудь в одиночестве или многером. Или там с кем-нибудь присоединюсь и так далее. Вот. Ну, в общем-то, чувствуется легкая неопытность команды в геймдизайне. То есть, с одной стороны, довольно интересно, с другой стороны, ну, что-то как-то где-то специальное затягивание. Вот. И совершенно точно хард не оттестирован, не отбалансирован как следует, поэтому ваши первые прохождение, берите нормал и не парьтесь. Это будет хорошо. Вот. А в остальном, что там, лайки, подписки, шары. Ставьте, не бойтесь. В смысле, вам это будет приятно, мне это будет полезно. И, в общем-то, я буду продолжать с этой игрой. Хочется пройти релизную версию до конца. И... Ну что, увидимся тогда в этой или в какой-нибудь другой игре. А на сегодня все. Спасибо и пока-пока.